Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 17 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию. Среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин. Жду вашей реакции. Плюсы говорят о том, что трансляция идет нормально. Начинаем традиционно с просмотра макроэкономической статистики. Но она уже сегодня вся практически вышла. И нас уже ничего не ждет. На все, что было можно, рынки уже отреагировали. Были серьезные движения. Был, можно сказать, полнейший расколбас. Движения очень большие. В ожидании и на выходе новостей были серьезные движения. Из того, что нас сегодня ожидает, это уровень доверия потребителей по Соединенным Штатам. Осталось полчаса до его выхода. И вот ожидается, что он выйдет лучше, чем в предыдущий отчетный период. Было 82,3, ждут 83. Хорошие данные, значит, укрепят американский доллар. Если ниже прогнозного значения, то доллар может подешеветь. Сегодня ожидается выступление главы Банка Англии господина Полоза, но канадец уже по-серьезному готовится к его выступлению. Он очень сильно укрепляется, доллар падает по отношению к канадцу. Это чуть позже мы с вами посмотрим, там достаточно серьезное, мощное такое движение. Так, из того, что у нас сегодня выходило. Германия, индекс потребительских цен хуже прогнозного значения, при этом лучше, чем в предыдущий отчетный период. Годовые данные. Гармонизированный индекс лучше, чем в предыдущий отчетный период, но, опять же, хуже, чем ожидалось. Евро падал на этих данных. Потом выходили данные по штатам. Розничные продажи неплохие достаточно оказались, месячные данные. Здесь у нас розничные продажи показали положительную динамику. Было минус 0,5%, теперь минус 0,3%. Цены на жилье снизились. Пусть незначительно, но тем не менее оказались хуже прогнозного значения. Ждали, что будет 13 ровно, оказалось 12,9%. Из того, что сегодня было в новостях, ну, во-первых, Марк Карни выступал, это глава Банка Англии. Значит, с его стороны было сказано следующее, что для того, чтобы подтвердить устойчивый рост в экономике, нужно достаточно серьезное повышение заработных плат. Пока что он этого не видит и сказал, что будет внимательно отслеживать рынок жилья. По еврозоне были озвучены результаты стресс-тестов, там готовятся к достаточно серьезным таким потрясениям, заложили очень большие параметры на стрессовую ситуацию. Вот. Ну, судя по тому, что такие серьезные закладки идут, и по Китаю тоже были стресс-тесты, в принципе, можно ожидать, что в 2015 году нас ждет с вами серьезный кризис, к этому все и готовятся. Были заявления, то, что евро должен подешеветь примерно на 10% для того, чтобы подстегнуть инфляцию на 1%. Такие заявления тоже были, мы вчера с вами об этом говорили. Ну и все сегодня, естественно, вращается вокруг заседания Федеральной резервной системы, которое начнется сегодня, продлится еще завтра, оно традиционно идет 2 дня. Что скажет американский регулятор? Каковы будут дальнейшие перспективы? Все, конечно же, приковано сейчас к этому. И поэтому вот мы с вами видим то, что разнонаправленно очень торгуются валюты, каждый готовится к своему, пытается как-то предвосхитить то, что будет выходить завтра. Но завтра мы с вами уже получим ответы на все вопросы. Что не ясно, что непонятно по макроэкономической статистике, отреагируйте, пожалуйста, если у вас есть вопросы, напишите слово «есть». Потом ваши вопросы задавайте. Если вопросов нет, поставьте плюсик, и мы посмотрим с вами, как выглядят рынки с технической точки зрения. Вопросов нет, поэтому давайте сразу посмотрим технику. Индекс доллара. Вот в преддверии выхода завтрашних данных, повторюсь, начинается сегодня заседание, да, но все комментарии, все результаты, это уже будет завтра. Вот, соответственно, американский доллар чуточку подрастает, ну еще не ночер, как говорят французы, да, все может достаточно серьезно измениться. Пара евро-доллар. Среднесрочная, консервативная, трендовая торговая система. Тренд восходящий в фазе импульса. Говорит, один трендовый индикатор – это две скользящие средние. И то же самое подтверждает индикатор USMA. У нас сегодня с вами день покупок. Направление сделки нам совершенно четко известно. Это вверх, это покупки. Открываем внутреннюю структуру. Видим, сейчас идет волна отлива. Дожидаемся, пока закончится отлив.
И только на начале формирования новой приливной волны определяем момент входа. Для этого должен быть сформированный и зафиксированный сигнал осциллятора в покупку. Как только сигнал появится, он будет сформирован, закреплен, уже не сможет отмениться той свечкой, на которой он, все это дело произойдет. Вы определите, вот он момент входа наступил. Повторяю, не сейчас, а когда будет этот самый сигнал. После чего нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации узкого латильного бокового движения. Если все совпадает, ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Цель на текущий момент, ориентируйтесь на двойное касание, 1.3965. 1.3965. Все остальное только в качестве бонуса будете рассматривать. Ну а бонус – это движение к верхней границе ценового канала, к трендовой линии. Это примерно значение 1.4130. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. По паре евро-доллар. Если вопросы есть, пишем слово «есть», формулируем свой вопрос. Если вопросов нет, ставим плюсик. Это будет означать, что все ясно, все понятно. Алгоритм действий вполне определен. Вопросов нет. Значит, идем дальше. Смотрим британцы. Один трендовый индикатор говорит, что тренд восходящий в фазе импульса, а второй говорит, что тренд нисходящий. Поскольку индикаторы противоречат друг другу, мы просто-напросто берем с вами бамбуковую палочку, залезаем на забор и курим бамбук. По трендовой системе отдыхаем, по диапазону нельзя торговать. Этот сигнал еще не сформирован, да, но у нас с вами есть сигнал в продаже, но цены находятся вне границ вот этого прямоугольничка. Агрессивно торговать по диапазону можно будет только в случае, если все это будет происходить ниже вот этого уровня нулевого, который у нас с вами был. Это имеется в виду вот этот предыдущий максимум, если кому-то не очень понятно. Но там дальнейший алгоритм известен. Да? Должен быть отлив. На начале приливной волны вниз отложенный приказ sell stop. А в качестве цели мы говорили с вами уже, да, будем ориентироваться на этот лоу 1.6550. 1.6550. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по британскому фунту, который у нас с вами традиционно бывает стерлингов. Диапазон отменяется, если все это возникнет выше вот этого нуля. Ни в коем случае этого не предпринимаем, только если все это будет ниже нулевой. Импульс – это означает импульсная волна, а не волна отката. Вот что означает импульс, Владимир. Австралиец. Тренд, нисходящий в фазе импульса. Это можно посмотреть в окне данных. Вот посмотрите, я сейчас наведу свечку на последнюю закрытую свечу, и посмотрите, как расположены скользящие средние в окне данных. Это 5-периодные и 22-периодные мувинги. 5-периодный у нас более быстрый, его значение 92.81. И 22-периодный 92.82. Это означает, что 82 выше, чем 81. 81 – это 5-периодный. Это означает, что пересечение уже произошло, тренд нисходящий в фазе импульса. Смотрим на гистограмму. Со знаком минус после нолика точка, еще два ноля, 149.19. Здесь 149.30. 30 – это ниже, чем 19, значит, то же самое, импульса. В фазе импульса находится наш с вами австралиец, направление сделки совершенно однозначно известно. Да? Это продажа, это не обсуждается, без вариантов. Смотрим структуру, идет отлив, дожидаемся, когда отлив закончится, и на начале формирования новой приливной волны у нас должен быть сигнал осциллятора в продажу. Как только он будет сформирован, зафиксирован, вы поймете, да, наступил момент входа. Как только момент входа наступил, открываете часовой фрейм и ждете консолидации. Консолидация – это узковолатильное боковое движение. Вот типа вот это. Если все совпадает, ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить по стоп-лоссу. Цель. Давайте будем ориентироваться на уровень Fibonacci 38.2. В абсолютных цифрах берем ручку и записываем. 0.9150, 0.9150, а в качестве бонуса ценовой канал 0.9020.
0.90 ровно 20. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. По австралийской валюте. Вопросов нет. Обратные котировки мы с вами закончили. Три мажорных. Теперь переходим к триаде, к мажорной триаде прямых котировок. Традиционно начинаем с японской иены. Смотрим, что у нас здесь. Произошло пересечение или нет? То же самое. Открываем окно данных и смотрим, как у нас расположены мувинги. 102.38 пятипериодный, 22-периодный, 102.39. 39 это выше. Значит, пересечение не произошло. Берем бамбуковую палочку и курим бамбук. Сидим на заборе. Никаких сделок по японской валюте не совершаем. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, как сидеть на заборе? Могу рассказать, как курить бамбуковую палочку. Также могу рассказать, как носить бревнышко, пилить гирю, солить огурцы, печь пирожки и так далее. Но только не торговля. Швейцарский франк. Тренд нисходящий в фазе импульса. Теперь смотрим, как расположена гистограмма. Гистограмма ниже нулевой отметки и понижается. Тренд нисходящий в фазе импульса. Направление сделки нам четко совершенно известно. Никаких вариантов нет, нет отягчающих вину обстоятельств. Смотрим структуру, идет волна отлива. Дожидаемся, когда закончится отлив, и на начале новой приливной волны по сигналу осцилляторов продажи он должен быть сформирован, зафиксирован. Это уже не обсуждается однозначно. Вы определите момент входа. Как только момент входа наступит, откройте часовой фрейм и подождете консолидации. Будет консолидация, делайте дальнейшие действия. Не будет консолидации, значит, вы ничего не делаете. Итак, если будет консолидация, ставите отложенный приказ sell-stop ниже консолидации, определяете точку выхода, где вы будете выходить по стоп-лоссу. Цель на текущий момент – это граница ценового канала. Берем ручки и записываем. На текущий момент, в дальнейшем может пересматриваться значение. 0.8635. Жду ваши вопросы по швейцарскому франку, если эти вопросы есть. Если есть, пишем слово «есть» и формулируем свой вопрос. Если нет, то просто ставим плюсик. Нет вопросов. Последняя валютная пара – это канадец. Вот, посмотрите, как он сегодня на ожиданиях выступления господина Полоза, да, прям как из пушки красавец летит вниз. С точки зрения трендовой торговой системы. Тренд восходящий, тренд в фазе импульса, а здесь в фазе отката. Берем бамбуковую палочку, залезаем на забор и курим бамбук. Никаких сделок по канадцу мы с вами не совершаем. Залезаем на забор. Вопросы есть по канадцу? Ну, думаю, что все ясно, все понятно. Да? День не торговый, что ж тут еще такого разбирать-то? Абсолютно все ясно. Шикарненько, идем дальше. Наш с вами индикатив чек, который заставляет двигаться не только пару евро-франк, да, но еще и доллар к швейцарскому франку, а через это у нас с вами европейская валюта получает импульс, тоже движется вниз. Вот такая интересная картиночка. Банк Швейцарии, видимо, потихонечку начинает просыпаться, и сегодня цены торгуются выше уровня 1.22, во всяком случае, на текущий момент. Золото. Вот посмотрите, какая картиночка у нас с вами по золоту. Совершенно четко вот этот полтинник можно провести очень просто. Берете вот этот хай, прибавляете к нему вот этот лоу и делите пополам. Там получается прямо в районе 1300 ровно. Я чуточку ниже расположил, да, чтобы это было хорошо видно, иначе если бы это было здесь, вы бы могли не увидеть эту линию. Итак, цены находятся прямо вблизи нашего с вами полтишка.
Поскольку фильтры смотрят вниз, отдаем предпочтение сделкам на продажу, смотрим, что здесь происходит. Если сейчас будет сигнал осциллятора в продажу, цены будут находиться вблизи вот этих уровней, оттолкнуться от них, будет шикарная возможность сварить полпорции черепахового супа. С целью берете лоу вот этой свечки. Цель у нас с вами будет 1268 долларов и еще 41 цент. Вот это целевой уровень для того, чтобы попытаться сварить полпорции черепахового супа. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Мы закончили среднесрочный консервативный анализ. Трудящиеся очень просят показать агрессивную торговую систему, которая называется каркардил. Вот каркардил мы с вами сейчас и посмотрим. Пара евро-доллар. Охотясь за птичками, хищник передумал и нырнул вниз. Теперь рыбки ему захотелось поесть. Резкий кульбит с переворотом. Естественно, ни о каком начале торговли не может быть и речи. Да? Резкая смена направления. Британец. Ну, тут вообще вопрос. Трясет и колбасит. Было движение вверх, развернулся, ушел вниз, теперь наверх. Ситуация не торговая. Опять же, ждем, пока хищник чег проголодается, закроет пасть и будет как можно более длительное время голодным. Здесь пока о начале торговли не помышляем даже. Австралиец. Резкая смена направления. Здесь он наоборот. Питался рыбкой, да, теперь ему птичек захотелось поклевать немножко. Резко развернулся. Переворот. Челюсть свою переворачивает и движется вверх. Очень агрессивный. Япончик, то же самое, да, пасть смотрит вверх, в начале торговли не может быть и речи, ждем, пока проголодается, возможности он нам здесь войти не дал, не было хорошего межфрактального пространства, постоянно нас обманывал. А вот по франку, посмотрите-ка, вот здесь вполне можно было себе войти, ибо, показываю, межфрактальное пространство составляло менее 20 пипсов, 17 пипов у вас было. Здесь должен был стоять отложенный приказ байстоп, и вы прекрасно могли войти по первому измерению вот этой свечкой. То есть по первому измерению вы должны быть в рынке одним юнитом. Дальше можем будет входить уже по второму измерению, но это только добавление, начинать торговать категорически нельзя. Пропустили вход по первому измерению, все, с пляжу солнце село. Ни о каком начале торговли не может быть и речи. А вот если вошли по первому, то можете добавляться по второму. Welcome! Канадец. Ну, понятно, что здесь торговать нельзя, да, но при закрытой пасти вполне неплохо себе можно было входить, даже если бы вы ловили лосей, причем их несколько было. Сейчас бы вы были в рынке по первому измерению, второму, третьему, четвертому и даже по пятому. Значит, по полной программе уже должны были быть в рынке. Канадец, в общем-то, неплохо показал. Сергей, ну я промолчу. Давайте промолчу, скромненько промолчу. Поскольку мы договорились, что я вроде бы этого вам не говорил, да, вот я и не говорил. Я человек скромный. Вопросы есть? А вопросов нет. И это же не может не радовать. Конечно же. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.